8 золотых, 4 серебряные, 2 бронзовые медали. С таким результатом сборная Украины завершила соревнования в первых для наших военных играх непокоренных. 15 украинских спортсменов соревновались в атлетике, пауэрлифтинге, плавании, стрельбе из лука, велоспорте на шоссе. Лучшим в команде стал Павел Будаевский. Он завоевал 4 золотые медали в заплывах на различные дистанции. Напомню, игры непокоренных – это международные соревнования. В них принимают участие военнослужащие и ветераны. Страны с инвалидностью, полученные при исполнении служебных обязанностей. В этом году на игры приехали те, кто воевал на Донбассе и получил там ранения.